Кто-то сдаст в срок, а кто-то просит перенести дату торжественного открытия. Премьер-министр республики Иван Моторин сегодня побывал с инспекцией во всех строящихся в Чебоксарах детских садах. Не везде подрядчики работают идеально. Какие проблемы всплывают во время реконструкции и строительства новых дошкольных учреждений, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Всего в этом году в Чувашии появится 14 новых дошкольных учреждений. Только в Чебоксарах сейчас строится 5 детских садов. Работы начались еще зимой. Правда, далеко не везде. Подрядчики укладываются в изначально намеченные сроки. Новоселье в детском саду на Эгерском бульваре должны были отметить еще в июне. Об этом написано и на плакате при въезде на строительную площадку. Прошел месяц, но работ еще не в проворот. Подрядная организация уже успела снискать дурную славу у властей республики. В Чебоксарах она возводит 2 садика, причем оба не могут открыться в положенный срок. Есть проблемы, в том числе с нашей стороны. Сейчас еще раз их обсудили. Я думаю, пути решения найдем. К сожалению, такие подрядчики появляются ежегодно. Мы заключаем десятки, даже, получается, сотни контрактов. Начинают хорошо, но заканчивают всегда одинаково плохо. Именно такую оценку работе строительной компании дал глава столичной администрации. Подрядчик пеняет на проблемы, но все же обещает сдать объекты осенью. Алексею Ладыкову в это верится с трудом. То есть, по идее, вот до середины сентября обязательно объект сдан. А вот почему вы думаете, позже сдать? Не верю. Не верите? Если сдаст, хорошо. Уже с ноября прошлого года этот же подрядчик реконструирует и детский сад на бульваре Юности. Изначально его планировали открыть до Дня города, но похоже, что этого не произойдет. Из намеченного графика строители выбиваются по разным причинам. Причем зачастую возводить с нуля подрядчикам проще, чем переделывать старое здание в новый детский сад. И, конечно, здесь очень много вопросов возникает в ходе строительства. И проектное решение не до конца доработано, и новые сложные задачи возникают перед строителями. И поэтому на ходу приходится согласовывать. Но и затягивать со сдачей объектов недопустимо. Проблему с очередями необходимо решать в ближайшее время. В этом году в Чебоксарах планируют открыть 5 садиков, а в следующем 4. В этом здании на улице Богдана Хмельницкого планируют создать более 200 мест. Новый детский сад обещают открыть даже раньше намеченного срока. Скоро здесь начнутся отделочные работы. Сегодня же фактически по площадке-то иные работы вяло ведутся. Кран разобрать? После этого, через полтора месяца, садик будет сдан. 1 ноября этот будет сдан. В новых чебоксарских садиках в этом году планируют открыть более 1000 мест. Премьер-министр пообещал, что работы подрядчиков власти будут держать на постоянном контроле. Крайние сроки назначены. И те, кто их сорвет вновь, могут подорвать свою репутацию окончательно. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.